Друзья, всех приветствую, меня зовут Евгений, вы как всегда на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас страйкбольный пистолет от компании V, Colt 1911 P14-45. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией V и относится к виду страйкбольных пистолетов. Боевым прототипом выступает Colt 1911. Пистолет стреляет пластиковыми шариками калибром 6 мм через гладкий ствол в полуавтоматическом режиме. Для воспроизведения выстрела его необходимо заправить газовым баллончиком CO2 в магазин, который вмещает в свою очередь 31 пластиковый шарик. Также производитель предусмотрел blowback и затворную задержку после последнего выстрела. Предохранители у данной модели два. Один находится у вас в ладони, второй на обоих частях корпуса. Для прицельной стрельбы предусмотрены штатные прицельные приспособления в виде мушки и целика. Тип ствола будет гладкий, общая длина пистолета 220 мм, из которых 110 – это длина ствола. Затвор у обозреваемой модели выполнен из металла, а рамка из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему образцу чуть больше 1 кг. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 100 метров в секунду, что полностью соответствует правилам Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Проще говоря, для того, чтобы приобрести данную модель, не потребуются дополнительные документы, разрешения или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили за интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный Кольт, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч.